экране, привычный вроде бы для любой японской RPG-герой, то ли девочка, то ли мальчик с большими глазами и модной прической, лихо сражается с врагами. А потом ему на помощь приходят Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи, Джек Воробей, Базз Лайтер, а сражаются они с Урсулой из «Русалочки». Что это? Где это? Что вообще происходит? Да, многие сцены из любой части Kingdom Hearts в устном или письменном переложении звучат как бред малолетнего гика, который по ночам мешает не кислоту с глицерином, а диснеевские мультики с играми. Но на самом деле это более чем популярная серия, а в третьей ее части, которая много лет считалась одной из самых ожидаемых RPG в мире и наконец вот выходит 29 января, вы увидите, как сражаются плечом к плечу герои Final Fantasy и, например, снеговик Олаф, ну, тот, который периодически просит поймать его зад. Все остальные шокирующие подробности в нашем материале. Невозможное возможно. Kingdom Hearts — ярчайший представитель жанра кроссоверов, то есть игр, в которых можно встретить персонажей из совершенно разных вселенных. Но если сражение чужих против хищников, или драка Геральта за Саламель, или Стуби в Soul Calibur 6 выглядят почти естественно, то наблюдать, как типичный маг в колпаке пафосным голосом вещает команде импозантных аниме-героев что-то там про поиск очередных артефактов, а потом камера опускается вниз и ему писклявым голосом отвечает Микки Маус, мол, вас понял, мир будет спасен, это на первых порах для человека со стороны, конечно, выглядит как откровенная комедия. Однако японцы на то и японцы, чтобы даже из таких вот, казалось бы, несовместимых ингредиентов сварить вкуснейшее блюдо. То есть сделать прибыльную медиафраншизу. Именно японцам из Squaresoft принадлежит идея совместить на одном видеоигровом поле героев Final Fantasy и знакомых всем персонажей диснеевских мультиков. Точнее, принадлежит она легендарному уже Тэцуё Номуре, дизайнеру персонажей в большинстве выпусков «Последней фантазии». На удачу, офисы Squaresoft и Disney находились в одном здании, первые переговоры прошли при случайной встрече в лифте, а потом Номуре каким-то чудом, не зная английского, удалось донести свою чудаковатую идею до первых лиц анимационного гиганта. И в феврале 2000 года разработка первой Kingdom Hearts началась. Она же стала первой для Тэцуё игрой, в которой он стал руководителем проекта. Поначалу планировалось, что это будет очередная диснеевская игра исключительно для детей, но потом концепция изменилась, решено было делать все на уровне Final Fantasy. Поэтому сюжет, написанный Кадзусиге Нодзимой, сценаристом седьмой финалки, а потом восьмой и десятой, сделали более взрослым. И все это в итоге оправдалось. Первая Kingdom Hearts вышла в 2002 году, получила массу положительных откликов и даже вошла в список Sony Greatest Hits, как одна из самых продаваемых игр на PlayStation 2 по всему миру. И пошло-поехало. Продолжение, ответвление и спин-оффы посыпались как из рога японского единорога изобилия. В 2004 году на Game Boy Advance выходит Kingdom Hearts Chain of Memories, призванная проложить мостик к номерной второй части. Через год, собственно, появилась и Kingdom Hearts 2, которая уже за первую неделю продаж в Японии разошлась тиражом в миллион экземпляров. Потом еще были мобильные Kingdom Hearts Coded и три портативных. На Nintendo DS вышла Kingdom Hearts 358 на 2 Days, на PSP Kingdom Hearts Birth by Sleep, а в единую сюжетную линию все это связало Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance для 3DS. Герои серии не засветились разве что в кино, а так была даже браузерка, манга и серия ранобэ по мотивам. Плюс тонны сопутствующих товаров, от игрушек до ювелирки. Другое дело, что с 2006-го, с момента выхода международной версии Kingdom Hearts 2, не было полноценной третьей части. Вместо этого вышло несколько хороших, интересных, с разными добавками и HD-графикой, но все-таки сборников. В итоге ожидания были так велики, а продажи игр серии так хороши, они превысили 17 миллионов копий еще в 2011 году, что Тэцуё Номура вынужден был сделать анонс Kingdom Hearts 3 сильно заранее, чтобы избежать кривотолков и слухов. Произошло это на выставке E3 в 2013. С тех пор этот проект регулярно попадал во многие списки самых ожидаемых RPG. Разберемся без бутылки водки. Что же там происходит такого в этих играх, что потребовалось объединять на одной площадке героев и злодеев из Золушки, истории игрушек, культовой Final Fantasy VII, да и из других финалок тоже? Прежде всего, надо сказать, что это мультивселенная, где мы путешествуем между разными мирами. В основном они, понятно, основаны на диснеевских мультфильмах, хотя есть и уникальные, созданные специально под Kingdom Hearts.
И во всех этих мирах у каждого жителя есть сердце, позволяющее ему испытывать эмоции. Без него существо превращается в неразумного бессердечного, подобного порождению тьмы. Само же тело становится несуществующим. Это такие нехорошие редиски, которые сохранили разум, но лишены эмоций. Они создали клуб по интересам под названием «Организация 13», чтобы вернуть себе сердца. Более того, у разных миров тоже есть сердца, на которые у бессердечных и несуществующих, естественно, заготовлены свои нехорошие планы. Задача мальчика по имени Сора, главного героя большинства игр серии, и его друзей, в частности Рику и Кайри, а также Дональда, Гуфи и короля Микки, он, понятно, король в замке Дисней и городе Дисней, а где же еще? И это как раз защищать сердца миров от бессердечных. А для этого нужно запечатывать к ним проходы, замочные скважины, с помощью так называемого «ключ-клинка». Это основное оружие в игре, которым можно окончательно уничтожать бессердечных. После смерти этого скопления тьмы умирает и его несуществующий, а затем сердце становится частью Королевства Сердец. Это такой отдельный ультрамир, дарующий тому, кто им владеет, огромную силу. А естественно, главный злодей игры, мастер Ксеханорт, развязавший заново войну ключ клинков, как раз и хочет захватить Королевство Сердец. А 13 носителей тьмы из Организации 13 нужны ему как 13 вместилищ для собственного сердца. Среди других злыдней, с которыми приходилось сталкиваться героям, есть и Урсула, и Малефисента, и Пит из разных диснеевских мультиков, и, например, Сефирот из Final Fantasy VII. Паранормальные приключения. Естественно, за предыдущие выпуски в этой вселенной произошло много всего интересного. Сора и его друзья спасали и запечатывали миры, теряли память, впадали в летаргический сон на целый год, сражались не только с Организацией 13, но и с тьмой в собственном сердце, распадались на клоны, проникали в чужое подсознание. В какой-то момент Сора даже сам стал бессердечным, и героям пришлось ловить его несуществующего по имени Роксас, чтобы заставить слиться с Сорой снова. А мастер Ксеханорт вел себя подобно знаменитому мутанту Легиону из вселенной Людей Икс. Вселялся в чужие тела, разделял себя на две сущности, проникал в подсознание, путешествовал во времени и общался с молодой версией самого себя. В итоге, на момент начала событий третьей части, диспозиция примерно следующая. Рику освободили от влияния тьмы. Альтер-эго мастера Ксеханорта победили, и Рику стал мастером ключ-клинка. А вот Сора экзамен не сдал, поэтому он отправляется в новое путешествие, чтобы набраться опыта. В это же время другой важнейший персонаж серии, Йен Сид, хочет собрать 7 ключеносцев, включая Кайри, которые должны противостоять 13 носителям тьмы. Поэтому всю игру Сора, Дональд и Гуфи будут искать 7 Стражей Света, а Рику и Король Микки — предыдущих обладателей Ключей Клинков. И все это для того, чтобы окончательно расстроить планы мастера Ксеханорта нарушить баланс света и тьмы. Для этого, как обычно, предстоит посетить множество разных вселенных. Тут и мир Холодного Сердца, где любимец всех детей Снеговик Олаф сможет присоединиться к партии. И мир пиратов Карибского моря времен третьей картины, и вселенные Рапунцель, Геркулеса, города героев, корпорации монстров. Мы даже заглянем в гости к Винни-Пуху. Игра действительно эпическая. Только на прохождение сюжета, без дополнительных развлечений, уйдет 40-50 часов. Аттракцион «Веселье и боли». Практически все выпуски серии Kingdom Hearts, и уж тем паче номерные, это яркие эффектные экшен-РПГ, в которых герои, в основном это Сора, лихо сражаются с врагами, копят опыт, получают новые уровни и выполняют как сюжетные, так и многочисленные побочные квесты. Плюс, конечно, мини-игры. Но геймплей отнюдь не примитивен. В сражениях нужно активно использовать не только обычные атаки и предметы, но и магию, и возможность призывать помощников, и командные комбо-атаки, и зрелищные спецприемы, которые особенно полезны в битвах с боссами. Соре, как правило, помогают Гуфи и Дональд под управлением искусственного интеллекта, к которым в разных мирах присоединяются особые тематические герои, вроде Аладдина. При этом поведение союзников можно настроить через меню, и они тоже получают опыт. В Kingdom Hearts 3 основная структура и механики вернутся из прошлых частей серии. Состав партии расширится до 5 персонажей, а в сражениях появятся новые красочные атаки Attraction Flow, навеянные диснеевскими аттракционами. В геймплейных роликах по демо-версии, которая демонстрировалась на E3, видно, как Сора призывает огромный переливающийся огнями пиратский корабль или поезд из аттракциона Big Thunder Mountain, а мы мчимся на нем вокруг босса Титана и расстреливаем его. Вариантов таких суператак много, их можно использовать, когда зарядится специальная шкала.
Ну и вообще по всему понятно, что будет весело. На аттракционы можно не ходить. В магазине игрушек, сами понимаете, в мире какого мультика происходит действие. Мы можем залезть в игрушечный шагающий робот и устроить местный вариант MechWarrior. Или запрыгнуть за руль карта Базза Лайтера. Или залезть в ракету вместе с ним и Вуди и управлять ей, чтобы атаковать врагов. Это как раз пример командной суператаки. А еще через 5 минут мы уже призываем на помощь Ральфа. Да и уровень режиссуры явно возрастет. Чтобы добраться до того же Титана, сначала придется лихо бежать по отвесной скале, уворачиваясь от огромных булыжников. Одним из ключевых нововведений станет возможность трансформировать ключи-клинки в дополнительные формы со своими новыми способностями, приемами и анимацией. Например, можно на ходу переключаться между двойными клинками Йо-Йос из Корпорации монстров, магическим посохом из Рапунцель и гипермолотом из Истории игрушек. Посох позволяет стрелять магическими сгустками в выбранных направлениях, можно выбрать сразу несколько. А вот клинки, например, буквально проходят сквозь врагов и бросают их вниз. Комбинируя разное оружие и, соответственно, разные приемы, можно открывать новые комбо-атаки. Это добавляет в игру даже некий тактический элемент. Ну и в целом видно, что в сражениях будет больше динамики, акробатики, уворотов, возможности использовать все свободное пространство и высоту. А в перерывах между драками можно будет отдохнуть от спасения мира с помощью двух десятков мини-игр, вдохновленных классическими диснеевскими короткометражками. Что в итоге? Что ж, в Kingdom Hearts 3 нас явно ждет еще более зрелищное, эпичное и бодрое экшен-РПГ, которое к тому же впервые выйдет и на консоли от Microsoft. Несмотря на достаточно мрачный по своей сути и весьма запутанный сюжет, здесь мы сможем не только мир спасти, но и изрядно повеселиться, избивая врагов диснеевскими аттракционами в компании героев любимых диснеевских мультиков. Скоро на канале. Что такое Ace Combat 7 Skies Unknown и стоит ли в нее играть? Разберемся в обзоре. А на этом пока все. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.